О, мы снова у себя. Back here again. Круто. Да, ты что-то упускаешь. Ладненько. I don't know if that was a bad dream or this is. Whatever is the matter. В чем дело? Я только что был в другом месте, как ты оказался здесь? Ну ладно. Давайте сохранимся. Ага. Зевает она тут, видите ли. О, вот и выход. Ясно, понятно. 1500 очков. Ну что ж, давайте испытаем снова этот ужас. Так. Здоровье. Так, урон в рукопашном. Угу. То есть мне не хватает ни на что, кроме всякого бесполезного. Запас. Патроны для пистолета. Гранаты, шприцы, спички. Сейчас 5 штук могу носить. Плюс 2. Потом 10, 15, 30. Угу. Знаете, я, наверное, поднакоплю немножко и куплю себе здоровье. То есть еще где-то 500 и куплю здоровье. Надо помнить, что последнее там восстановление, точнее урон в рукопашной тоже 2000. Мне тоже пригодится. Кстати, я могу здесь же войти обратно. Плюс. Так, хорошо. Хорошо. Надо помнить, что у меня всего одна спичка, то есть я могу сжечь всего один труп, либо всего одну гору трупов. Скрытые убийства. Откуда у нас нож взялся, непонятно. Ну окей, так и должно быть. Гори, гори ясно. Чтоб ты не погас. Так, спичек, конечно, здесь поблизости нету. А малой ушел. Да, нам надо все-таки за ним потихоньку продвигаться. Пробил перелезть. Здесь нет, ничего нет. Нет, 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 нет. Здесь ничего нет. Пока выключаем тогда свет. Я не знаю, тратится он или нет. Надеюсь, что он не тратится, но проверять пока нет желания. Так. Круто. Двери сдвинули главного героя. А ты еще кто такой? Hey, are you guys from around here? I don't know where. Ну,
Молодец, задумался фонарик включить. Давайте посмотрим, что он будет делать. Так. Аккуратно постараться этих уродов обойти. Один вот здесь вот. Прям вот рядом. Вот там. Сейчас как бы будем думать. Здесь никак нельзя, нет. Нет. Так. Ну, стой, стой смирно. Сдохни, тварь. О, что-то я у него там подобрал. Даже не зря сюда пришел, смотрите-ка. Теперь надо убить еще и второго. Так, спички, да? А у нас там сколько спичек, интересно? Спички, 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 ноль спичек. А что я тогда подобрал? А. Обойма плюс запас. Я подобрал патроны. Ха-ха-ха. Отлично. Плюс 5 спичек. Я, по-моему, всего могу носить 5 спичек. Так. И что это было? Что я опять сделал только что? Оба-на! Ловушечка! Надо аккуратненько как-нибудь его попробовать убить. Сейчас отвернется, нет? Прятаться. Ну давай, давай, выходи. Где-то здесь. Надо будет просто его вырубить. А как это сделать? Правильно, пристрелить, как вариант.
А, я шприц еще подобрал, вот что это было. Готов. Навряд ли он без башки встанет. Но лучше поджечь. Так, теперь это место можно более спокойно изучать, я так понимаю. Два патрона на одно убийство — это не очень-то целесообразно. Что у нас здесь? Какой-то маяк. I feel like I'm being pulled just looking at it. Ну не знаю, меня он не притягивает. Ладненько, попробуем побежать. Сильно устает после этого. Так, я там вижу еще такую же тварь. У нас всего 6 патронов осталось. Ага, еще одна тварь с факелом вот там. Ну, давай же, ну, быстрей. А, отлично. Так, у тебя что-нибудь есть? Во-первых, поджечь тебя, раз у тебя ничего нет. Угу. Через маленькие ограды мы можем перепрыгивать, я это запомнил. И вон еще одна тварь ходит. Хорошо. Хорошо. Здесь вроде входа нету. И нужно придумать, как тебя и убить еще. Так. Там слышу, там еще одна тварь ходит где-то. Вернись уже. Есть подозрение, знаете, что вторая тварь меня может заметить с некоторой вероятностью. Так, подобрать, поджечь. Что-то я могу там подобрать. Поджечь. А не проще было факелом поджечь, нет? Обезвредить, отличненько. Ну давай, давай, иди сюда. Давай. Да твою не, блин, их здесь три. Гори, тварь. Пошел ты. Ага, но она расходуется. Ясно. Факел — это хорошо, но он расходуется. Ловушечка. Надо вот так вот сделать. Отличненько. Зеркало, не? Или... Ясно, только те зеркала. Так, ну, как я, собственно, и говорил, я буду стараться изучать здесь все. Так. Вроде бы я пока ничего не вижу интересного. Бутылочку подобрали. Шприцы. Смотрите, давайте... похилимся уж до конца, насколько это возможно, конечно. Все равно, то есть до полного восстановления здоровья можем спокойно этим заниматься. Так,
Теперь мне нужно узнать, есть ли в этом доме что-нибудь полезное. Конечно же, есть. 3 спички. И целый патрон. Это важно. Это важно. Зелень. И еще 2 патрона. Это прям удачный день для меня. Зеленка плюс патроны. Так. Там, насколько я понял, есть еще один чувачело. Такой же. Злостный. Надо понять, правда, где он. Походу, он в доме. Ловушка раз, ловушка два. А что если... Чувак, смотри. Бу! Что? Красавец! Молодец! Все ясно, понятно. Они, в общем, на свои ловушки тоже натыкаются. Точнее, это, видимо, не их ловушки, поэтому они на них натыкаются вообще на пофиг. Ладненько. Ясно, понятно, надо просто использовать аккуратно ловушки, то есть все это нам на пользу. Так, еще мне нужно зеркало. Потому что у меня уже более 2000. Мне нужно было 2000 для улучшения здоровья. В принципе, их накопил. Здесь ничего больше нету. Вроде бы нет. На всякий случай посмотрю. Оп, ловушечка. Капканчик. Обезреженный теперь. Так. Вроде бы здесь больше ничего интересного я не вижу. Ловушек здесь вроде бы больше нет. И трупов, соответственно, тоже. Ха! Видите, ребят, а не поджег бы я их, они бы напали на меня, если бы я начал крутить эту хрень. Сразу видно, что это твари живые были. Красавец прям. Так, только прям открывал-то как, а? Так, за нами дверка закрылась. Это маленькая хижинка. Надо обязательно ее проверить. Тем более, что видите, тут шприц и зеленка. Что меня не может просто не радовать. Что 3200 накопил. Какая-то карта. Карта местности, видимо. Фрагмент карты местности. Какой-то непонятный. Я думаю, мы посмотрим потом, что это. Так. Огонь. Огонь — это хорошо. Но огонь — это также плохо, потому что он дает возможность нас заметить. Не дают нам к воде поближе подобраться. В каком-то смысле это минус. Ого. Какие там облака-то в итоге. Давайте просто сейчас все поизучаем по-быстрому. Что я говорю, мне хочется все-таки узнать, что же здесь. Ёперный театр. Изучал, мать вашу. Изучатель хренов. Просто беги, блин. Без такого количества я точно не справлюсь.
Это капитан очевидность. Давай. А, молодец, ты решил остановиться прям посередине. Ну прыгай, чё уж. Взял патрон, потратил. Окей, но главное, что потушился. А зомби, я так смотрю, вообще не особо борются, или кто это там? Сложно понять, кто они. В общем, эпизод второй пройден.